Можете начинать. Да. Мы выносим огромную-огромную благодарность нашим немецким друзьям за то, что они не забывают нам. Уже который раз они приходят к нам с помощью. И вот сегодня в лице Раисы Захаровны они привезли нам цемент для нашего строительства, ремонта порожка. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы нас не забываете, за то, что вы всегда рядышком и всегда в трудную минуту готовы нас поддержать. Спасибо огромное.